жить неплохо с именем Андрюха. Все всегда в порядке у Андрюха. Хулигану вкатит оплеуху, а любимой почитает вслух. Жить надежно с именем Серега. Никогда Серега не предаст. Мало говорит, а знает многое. Он романтик и чуть-чуть фантаст. Дамы в курсе. Замуж за Ивана. А для секса все-таки Артем. Ваня пьян и дрыхнет под диваном, а с Артемом будет все путем. Бесконечно сладостный любовник, человек по имени Вадим. Если муж твой псих и уголовник, то Вадим тебе необходим. Не бери в любовники Гафура. Сам Гафур-то вроде ничего, но подруги обзовут профура, если станешь привечать его. Как коняга пашет на работе верный муж по имени Олег. Юркий Саня, пленник грешной плоти, без разбору в койку тащит всех. Моисей, Ефим или Аркадий – неплохие тоже имена. Есть еще Рамзан, Курбан, Мавлади. Мы – мультикультурная страна. Выбор есть у русских, у девчонок. Просто мегамол. Не потому ли я живу с тобой, мой зайчонок, мой цветок по имени Айгуль.